и господа, меня зовут Анатолий, вы на канале Смирнов с ПК, и мы с вами продолжаем играть в симулятор супермаркет. В общем, давайте сразу сейчас, пока у нас есть деньги, пока не началась смена, затаримся чем что надо. Вот, например, смотри, сразу по факту мы смотрим, у нас не хватает сыра. А зачем сыр, если мы можем сразу по факту заказать все, чего не хватает? Начнем, значит, мы с вами с муки. Одной штуки. Дальше. Вот этой хуйни. Одной штуки нам не хватает. Дальше. Сусушка. Одной штуки нам не хватает. Почему-то опять все пишется. Сусушка одна штука поехала. А, блядь, не нужна была она, окей. Ладно, хуй с ним, пусть будет. Сыр. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. 7 сыров. А ну как раз. 7 сыров. Поехали. Пока не будем начинать смену. Пока, я думаю, смену начинать не будем. У меня сейчас стоит видос рендериться, поэтому я надеюсь, сильных лагов не будет. Если будут сильные лаги, я, наверное, видос с рендера сниму. Но я думаю, сильных лагов не должно быть, хотя вроде как они есть. Не знаю. Да, они есть. Подождите, я тогда сниму рендер. Все, короче, рендер я снял. В принципе, теперь лагов нет. Смотри, вот теперь все плавненько, все хорошо. Хорошо, значит, рендерить с этим мой компьютер пока не справляется. Ну, в принципе, оно и понятно, потому что компьютер-то старенький. Буквально очень-очень старенький. Старее, наверное, чем... нельзя поставить. Ладно. Постой пока тут. Старее, наверное, чем кто-нибудь из кого-нибудь куда-нибудь когда-либо. Блять, закупили мало. У нас, оказывается, еще влезает сырок-то. И даже причем много. Мы сейчас закажем. Еще 4 сырка влезает. Раз, два, три, 4. Еще 4 сырка влезает. Потом, что у нас еще куда влезает? Влезает еще... Чай 4 и 6. 10 чаев, блядь. Чай, короче, по полной. Да заколебал, ты почему печатаешь? Ты без меня, не надо без меня печатать. Чай, короче, по полной закупаем. Хорошо, 400 баксов еще поехало. 400 баксов еще поехало. Значит, деньги все-таки списываются. Самое внимательное, напишите в комментариях, списываются деньги, какие деньги списываются. За кредиты тоже списываются или нет? Если да, это очень хорошо. Не надо особо на это обращать внимание. Если нет, то это очень плохо. Потому что я бы на самом деле хотел, чтобы они тоже списывались. Чтобы я как бы они незаметно вот так вот раз-раз-раз и улетали. Или они просрачиваются. Правильно я говорю? Есть такое же слово? Наверное, есть. Или у них кончается срок годности, и они берутся в двойном размере. Вот это вообще будет печально, на самом деле. Я надеюсь, что нет. Так, еще 4 чая. Раз, два, три, 4. Чай, кстати, дорогой пиздец. А потом яйца. Вот яйца, конечно, у меня не очень удачно лежат. Но я думаю, что 2... И 6, 8 яиц. Получается, по максимуму сейчас закупаем яйца. И нам больше ни на что не хватает. Окей, тогда открываем табличку. Блять, день кончился внезапно, да? Это странно. Тогда можно пока вот так вот сделать. Доход минус 170. Так, паста спагетти, сыр моцарелла и сахарная пудра. А, сахарная пудра-то какая? Возможно, сусу. А где она? А вот она. Да, пятерочка. Потом, что еще? Сука, забыл, блядь. Забыл. Так, а, давай по порядочку посмотрим. Так, сахарная пудра, понятно, мы это поставили. Потом что? Паста? А, и моцарелла. Пасты у нас нет. Ой, моцареллы у нас нет. А паста есть, и мы ее сейчас, собственно, изменим. Не сильно... Хотя нет, подожди, у нас же все идет с наценкой в рубль, поэтому...
не в рубль, минус 100 с лишним денег. Это, в принципе, хорошо. Я, в принципе, рад, что минус деньги. Так, а открыть магазин? А то, блядь, сейчас опять у него там начнется, блядь, какая-нибудь хуйня. А это все плохо. А это все плохо. Потихоньку уже запоминаю, где какой товар стоит. Это уже хорошо. Ну как запоминаю? Так, постепенно. Мы с вами все выставляем, все смотрим. Заполняем склад. Яйца, яйца, окей. Заполняем склад и, в принципе, работаем, не покладая рук. Оп, туда. И еще яички. И получается, у нас яичек не хватает две коробки. Две коробки яичек не хватает. Где они у нас? Раз, два. Денег, понятно, денег пока нет, но денег потом появится, деньги потом появятся. Деньги потом появятся. Так, мука. А там у нас что стоит? Там у нас сусушка стоит, а сусушка у нас есть. А мука уже он принес. Какой ты, блядь, шустрый. Так, чай я заказал. А, нет, чай я не заказывал. Значит, чая еще две коробки надо. Две? По-моему, там одной не хватает. Где? А, да, одной коробки чая не хватает. Или он только что ее взял? Ладно, закажем, пусть будет. Закажем, пусть будет. Чай, кстати, дорогой, пиздец. Так, молоко. Какого хуя? Какого хуя тут молоко делает? Вообще непонятно, блядь. Здесь спагетти должно быть. Окей, две коробки спагетти. Раз, два. И... три коробки оливкового масла. Раз, два, три. И коробку муки. Окей. И коробку пасты пока что. Можно одну заказать. 300. Сколько нам денег надо? 386 тысяч. Но у нас столько нету. У нас столько нет. И делать нам пока нечего. А чё ты тут, блядь, бросил? Ты уволился у меня, что ли? А чё ты там бросил, блядь, воду-то? Ёбнутый, блядь. Воду бросил, смотри. Говорит, нахуй я, говорит, буду ее выставлять, говорит. Положу-ка, говорит, я ее. Пусть лежит, блядь. Опа, чай проебался. Чай проебался, блядь, смотри. Внезапный такой чай. Кто-то выкинул. Наверное, это подгончик чей-то. И чай у нас, оказывается, еще один есть. Потихоньку деньги растут, потихоньку склад заполняется. Вот эти полки уже вообще прям на максимуме все. Не все, муки, сука, не хватает. Ой, и макопасты не хватает. А я пасты заказывал? Не помню. Не помню. А еще влезет сюда? Вот так, если. Нет, не влазит. Все, значит, все по максимуму. Окей, копим деньги. Копим денюшки. Почему там яйца опять, блядь, лежат? Что значит там яйца лежат? Кто туда, блядь, яйца пихает вечно? Или я вечно что-то путаю, блядь? Ладно. Я вечно, значит, что-то путаю. Народу дохуя. А сколько второй кассир? Подожди. Мне нужна вторая касса и второй кассир. Менеджмент, найм. Второй кассир нам, кстати, хватает. Нам хватает. Нанять 80. А, 100 нанять и зарплата. Окей. Это получается нам нужно. Нам нужно, если вместе с кассой. Мебель. Касса 500. То есть 600. Короче, купим сейчас 600. И ставим второго кассира, потому что уже слишком медленно. Уже слишком медленно. Окей. Так, по поводу кредитов у меня что? По поводу кредитов у меня вообще беда. Но аренда сама снимается, это, собственно, окей, это понятно.
Ну, типа, вот. Пишется, что она сама, типа, сниматься должна. Наверное. Не знаю. Но я надеюсь, что да. 600 баксов, 600 баксов. Окей, купим 600 баксов. Купим 600 баксов. Сегодня, наверное, не накопим уже. Но кассу вторую надо. Кассу вторую надо. Кассу вторую надо. Наверное, как-нибудь. Вот так. И сюда вторая касса влезет замечательно как раз. Я думаю, да. 600 баксов на вторую кассу. Это, конечно, очень много. Это вот представь, сколько 600 баксов. Это у нас сейчас даже 400 нет. Даже если мы сейчас накопим 600 баксов, мы ее в любом случае не купим. А завтра мы начнем день, и у нас уже не будет столько денег, потому что у нас спишут кредит, долги и всю эту хуйню. Короче, пизда. Мы просто в минусе. А ну в каком минусе? У нас целый склад продуктов, блядь, с другой стороны, правильно? Никакого минуса. Никаких минусов быть не может, никаких минусов и речи быть не может, правильно? Наверное, да. Уровень магазина похуй мне. Пока что вообще до пизды. Потому что пока что мне... Народу просто, посмотри сколько. Ебать, надо просто это А почему у меня подвисает на камере, что ли? Вроде нет. Не знаю. Короче, вот. Народу много, магазин работает. Все пробивает, все смотрит. Что-то не нашли, ну не нашли-то хуй с ним. И разные люди, смотри. Они что-то подходят к прилавку, блядь. Смотрят на тупое, пустое молоко. И все. Короче, ждем опять, пока он там совсем раскидается со всеми долгами. А кладовщик пока выставляет. Ну, нужен второй кассир, потому что очень долго он обслуживает один кассир. Это прям очень долго. С вторым кассиром должны побыстрее копиться деньги. Я думаю, да? Тогда нужно, получается, какой-нибудь товар выкинуть, который у нас один, вот, например, вот этот, да? И добавить сюда, получается, кассу. Вот эту. Окей. 830 с лишним баксов. Получается, следующий день мы тоже копим. Потому что в этот день он не успеет. Он очень медленно это все делает. А наш дружбан уже полсклада вынес, да? Когда, блядь, успевает, нахуй? Он просто работает без перекуров, нахуй. Без выходных, без перекуров, целый день хуячит. Молодец. Не то, что, блядь, кассир этот, ёб твою мать. Время идет, он нихуя не делает. По одному просто пакетику так. Все? Пиздец. Это мы так будем долго. Не, надо по-любому кассира. Так, клоузит нахуй, чтоб новые не приходили. Окей. Пойдем пока прогуляемся. По ночному городу, так сказать. Ой-ой-ой, покатай меня. Покатай меня. Оп, молодец. Сейчас поедем кататься. Бля, она не хочет меня катать, она меня скидывает. Она меня скидывает, смотри. Она меня скидывает. Они по кругу просто катаются, типа им весело так. Нормально. Не задави! Авария, блядь. Эй, куда? Стой. Стой. Ладно. Гудит как трактор, конечно.
Гудит как трактор. Ну что там по клиентам? Да много еще нет. Нет, все, чуть-чуть осталось. Что ищешь? Ладно. Кладовщик работает, кладовщик вообще молодец, я бы сказал. Косарь. 800 с лишним, плюс 100 найм. 900. Плюс сколько у нас пишут, неизвестно. Неизвестно. Кладовщик что-то не справляется. Кофе не вытаскивает. Плохо. Ладно. Надо, короче, второго кассира. 100% нужен второй кассир. Второго кассира мы ставим. Второй кассир у нас все делает. Деньги нам быстрее текут рекой. А уровень все равно копится. Похуй, вот эти вычитания, не вычитания. Уровень копится, пиздец. У нас уже какой день-то? 30 какой-то там, да? А может, слушай, наработаем денег-то, кстати, не знаю. Нам нужно 800 с лишним. Пойдем посмотрим на компьютере, сколько нам надо. 800 с лишним, это я помню. 840... 3 тысячи. Плюс 100 найм. То есть 943. И сколько спишут у нас денег, еще неизвестно. А списывают, по-моему, что-то много, блядь. Порядка 300-400 баксов, блядь. Все, осталось 2 клиентика. И, в принципе, все. Заодно сейчас посмотрим, сколько спишут. А, еще что-то должно подешеветь, тоже надо не забывать. Короче, суета. Суета забила мой день. Вон конфетки полетели, молодец, красавчик. Из-за меня, наверное, видно не было, но... Ну уж извините, пожалуйста, меня, ребята. Так, все, день завершаем. Окей, плюс 1000 с лишним баксов. Так, пирог, сыр, конфеты. Пирог какой-то. Вот этот. Сыр. Блять, сыр подешевел, сука. Сыр и конфеты. Опа, конфеты нормально, 6 баксов, хорошо. Так, 1000 баксов, нам хватает, значит, купить, окей. Касса поехала, касса распечаталась, касса вот так вот раз, и касса к окошечку, наверное, куда-нибудь... Вот так вот встала, да? Нормально. Так, теперь нанять кассира. Найм нанять. И все, теперь у нас 2 кассира. Клоузит. Мои-то вы хорошие. Работайте, пацаны, работайте. Молодцы. Так, поехали. Мука. Спагетти. Окей. Еще спагетти. Сука, спиздил уже, блять. Так, давай сначала выставим, что у нас там есть. Это получается молоко. А молоко вообще, что ли, не берут, блять? Хуели? Берите молоко. Молоко вкусно, полезно. А что ты не хочешь положить? Так, и сусу, блять, не берут. Ебанулись? Полезное самое. Молоко и сусу. Так, чай. Чай. Чай, все, нахуй, не берут. Все перестали брать вообще. Так, масло. Окей. Масло все скупили, блядь. Яички. Здесь где-то они. Вот они. А, еще яички. Все. Яички заполнены. Блядь, у нас склад в складе получается теперь. Блядь, масло по какой-то фиг открыл. Ладно, не беда. Не беда. Главное, что у нас появился второй кассир, и теперь должно все лететь. Поехали, еще раз. Масло все. Мука 2. Так, это закрываем. Продукты, мука 2. Раз, два. Дальше. Хлеб один. Чокпики 2. Сыр не берем. Воду 2. Не пиши, пожалуйста, мне ничего сюда. Так, 2 воды. Это не надо муки. 2 муки.
Ой, две пасты. Правильно? Куда я посмотрел сейчас? А, ну да, две пасты. Блять, а почему у меня мука тут стоит? Сука. Две пасты. Три пасты. Три пасты. 10. Окей. Купить. Деньги полетели, смотри. Деньги полетели. Так, окей, чукпики. Мука. Еще мука. Окей. Дальше что это? Хлеб. Хлеб вот здесь где-то был. Есть такое дело. Дальше еще чукпики. Окей. Деньги, смотри, летят. Деньги просто летят рекой. Ручьем льются деньги. Так, где паста у нас? А, паста наверху, вот здесь, хорошо. Паста, вода, еще вода, окей. Я бывает что-то не туда ставлю, но уж извините. Потому что я же не виноват, что так все происходит. Так, все, да? Да. Давай дальше. С полностью, 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 полностью. Одну пасту. Одну пасту. Сушка полностью, вода полностью, сыр полностью. Чай полностью, молоко полностью. Яйца полностью. Значит, кофе. Кофе получается, сколько там штук-то? Давай по максимуму кофе заказываем тогда. Да, блядь, ты заколебал, не пиши ничего здесь. Кофе по максимуму заказываем. На 425 бачей. Окей. От одного чисто кофе накупили, прикинь. Окей. Ну, раз кофе берут, почему бы его не заказать много? Разберут-то, да? Разберут много, надо, значит, заказать. Разберут, значит, много надо заказать. Бабки теперь текой рекут. Текой рекут бабки просто вообще. Опа, паста еще влезает. Отлично. Короче, склад, я думаю, в этой серии мы затарим вообще на 100%. На 250% мы затарим склад. И уже будем выставлять новые товары. И следить только чисто за склад. А смысл вот... Тебе... Что ты за магазином следил? Что ты за складом теперь следишь? Я не понимаю, это облегчение или это наоборот, блядь, геморрой? Так, смотрим. Максимум, 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 максимум. Максимум. Максимум, максимум. Кофе получается сколько нужно? 4 коробки. 4 коробки кофе. Раз, два, три, 4. Окей. 4 коробки кофе, 3 коробки с пасты. 3 коробки пасты. Яйца у нас пока есть. Чаю есть. Окей. Масло получается 1-2. Короче, на остатки масла затариваем. Окей. Денег не хватает. Деньги пойдем, пока свет включим. Вот-вот, кассы все работают, все красиво. Все кассы работают, все красиво, деньги текут рекой. Деньги текут рекой. Спагетти поехала. Еще спагетти поехала. Дальше что тут у нас? Кофе. Кофе приехала. Еще кофе приехала. Мужик ходит, блять, мой. Работяга мой. Вот он единственный работник, который мне нравится в этой игре. Он ходит себе спокойно. Расставляет. Все успевает. Нигде не стоит. Ничего там 300 лет не расставляет. Спокойно расставил, взял следующее, пошел расставил. Спокойно расставил, взял следующее, пошел расставил. Молодец просто. Я бы ему зарплату повысил. На самом деле, чаевые бы дал бы ему. Наверное. Ну дал бы, почему бы нет-то. Почему бы нет? Отдал бы, конечно. Не жалко мне. Так, смотрим. Полная, 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 полная. Полная, 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 полная.
Полная. Полная. Раз, два, три, четыре, пять. Масло. Пять масла. Раз, два, три, четыре, пять. Пять масла. И три коробки муки. Раз, два, три. И пасты арахисовой на сдачу. Окей. Клоузет. День заканчиваем. Вон он носит, красавчик. Качается, молодец. Так, чай. Чай не влазит. Блять, куда бы тебя поставить, чай? Ты чё, чай? Чё ты не ставишься? Не ставится что-то. Куда тебя поставить можно? Его вообще никуда поставить нельзя. Что нам теперь ходить с этим чаем, блять? Может его выставить можно? Вот, давай выставим. Давай выставим, раз он ставиться не хочет. Поможем кладовщику. Выставим то, что у нас уже имеется. Правильно? Правильно. Почему бы нет? Молоко. Так, у нас осталось там что-нибудь? Почему не ставится-то ничего в этой игре, блядь? Что-то сломалось или что? Я не понимаю. Подожди, закончить день можно? А у меня что сломалось-то вообще? Подожди, у меня вообще не, она не ложится, не ставится, ничего с ней не делается. Р-бросок. Здесь нельзя бросать. И не ставится, главное, смотри. А почему? И в мусорку не выбрасывается. Не понял. Во, выбросилось. Интересно, что было такое. Так, сусушка. Сушка по максимуму, пойдем выставим. Почему она, интересно, не хотела ставиться? Непонятно. Так, окей. А это что? Яйца. А яйца у нас тоже битком? Да, яйца тоже битком. Окей, пойдем выставим. Помогаем нашему товарищу выставлять продукцию. Он же не виноват, что у него... Ну, точнее, он виноват, что он... На самом деле. Да что опять такое-то, блядь? Опа. О. Так, день заканчиваем. Не понимаю я, что там была за фигня. Окей. А, мука, злаки, мед. Меда у нас нет, вот мука есть. Мука какая? Вот это? Нет. Значит, вот это. Да, 8 баксов. Злаки. А злаки какие? Злаки вот эти, да? Нет. Какие еще у нас злаки есть? Все, у нас злаков больше нет. Только вот эти злаки у нас и все. Окей. Так, вы работаете. Не прохлаждаемся. Работаем. Бля, 400 баксов мне надо? 408 баксов? Ну ладно. Ну ладно. Братья мои работают, друзьяшки. Все, в принципе, хорошо. Кладовщик справляется. А сколько еще один кладовщик стоит? Просто не знаю, нужен, не нужен. Просто не знаю, нужен, не нужен. Так, 22 уровня. Ну, совсем скоро, кстати. Совсем скоро. Пам-пам-парам, 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 пам-пам-пам, пам-пам-парам, пам-пам-пам. Ну, смотри, мы как развиваемся, прям вообще со скоростью света. У нас уже, ну, правда, долго все.
Ну, а вы как хотели? Я за кадром не хочу записывать. Я хочу, чтобы вы тоже, кто любит эту игру, смотреть, наслаждались этой игрой. Вот. Сколько серий? Ну, я думаю, не буду я так часто эту игру снимать, потому что, я думаю, раз в недельку, по 2-3 серии я осилю. В принципе. Но, наверное, не больше. Да? Друзья мои. Друзья мои святые. Можно склад переименовать? Нет? Окей. Опа, Volkswagen. Здрасте. Поехали кататься. Сбетелку. Правильно. Правильно. Опа, пикапчик. Оп. Нормально. Блять, уехал без меня. Ты куда? Тут, блин, короче, беда в том, что ты вываливаешься из них. Тут нельзя как GTA-шке в San Andreas. Хотя в GTA-шке в San Andreas тоже бывает. Машина едешь, едет, а ты на месте стоишь, ты соскальзываешь. Там тоже такое бывает. Оформить заказ ваш 765 из 400. Это что такое? А, это сделать, окей. Обслужить клиентов столько нужно самому. Ну, в принципе, это окей. Так, 408 баксов мне нужно. Окей. В ноль вышли просто. В ноль баксов. Окей. Так, мука. Вот она. Оливковое масло. Вот оно. Еще оливковое масло. Поехали. Еще оливковое масло. Поехали. Еще оливковое масло. Отлично. Масла просто много. Хотя масла много на самом деле не бывает. Яйца подразгрузились, нет? Яйца не подразгрузились, хорошо. Яйца не подразгрузились. Так, это сюда мука. Еще одна мука сюда. И мука у нас полностью затарена. Да. Мука полностью затарена. Оливковое масло у нас полностью затарено сейчас будет. Как раз, наверное, да. Там, наверное, оливковое масло и осталось. Нет, там осталась паста арахисовая. Паста арахисовая. И значит, все, все. Пойдем дальше пополнять список. Пополнять список. Два масла. Два масла, два масла, два масла, два масла. Окей, раз, два, два масла. Это полностью, это хлеб один, окей. Чокпики один, окей. Два сырка. Два сырка. Сука, пока унес, блядь. Так, два сырка. Три пасты, блядь, опять. Три пасты, блядь, опять унес. Три пасты, здесь все, здесь все. А, кофе. Сколько-то не хватает кофе. Две коробки, две коробки пока закажу. Третью вот пока только понес, мало ли вернет ее назад. Две коробки. А, одну коробку заказал, хуй с ним. Ладно. Хуй с ним. Поехали. Масло. Окей. Паста. Пасту быстро расходуют. Не знаю, почему так быстро пасту расходуют. Но быстро паста улетает. Хлеб, окей. Масло, окей. Паста, окей. Полностью забита, молодец. Чукпики, окей. Сырочек. Который вот этот, да? Окей. А там что осталось? Еще один сырочек. Отлично. Так, надо идти свет включать. Жалко, нельзя. А можно светильники перенести? Нет, нельзя. Так-то бы я бы еще светильники перенес. Так, яйца подрасходовались, нет? Нихуя не подрасходовались. Так, поставим аккуратненько. Так, давай дальше. Мука одна, окей. Бля, муку вроде только заказывал, нет? Ну ладно. Так, полностью, полностью.
Полностью. Сырок один. Окей. А, это все, по-моему, полно. А нет, чай. Или кто, кофе? Кофе одно, окей. Здесь плохо видно яйца, но яйца, в принципе, есть. Молоко есть, чай есть. Паста есть. Масло оливковое одно. Окей. Потом дальше. Там все есть. Дальше арахисовая паста. 2 и 6. То есть получается 8. Как раз... А, нет, у нас как раз не получается. У нас получается 10. Окей. Так, поехала. Поехала. Напишите в комментариях, пожалуйста, как вам новый вид камеры. Если более-менее, то это хорошо. Если лучше, чем было, то это тоже хорошо. Если раньше было лучше, то это не знаю. То это, в принципе, понятно. Не знаю, короче, я пока все мудрю, что-то думаю, что-то делаю, пытаюсь как-то сделать хорошо, потому что... Как-то охота, чтобы картинка была красивая. Чтобы картинка была прям вот как с обложечки. Но с такой камерой это сделать крайне сложно. Вы, наверное, должны это прекрасно понимать, что я пока не профессиональный блогер, там не профессиональный летсплейщик, чтобы у меня там были какие-то замороченные камеры. Так, магазин-то закрывается, кстати. Магазин-то, кстати, закрывается, а мы пока товаров новых наберем. Это максимум. Сырок один можно взять. Окей. Мы когда-нибудь до тех полок-то дойдем вообще? Так, максимум. Здесь все максимум. Здесь максимум. 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 И... Раз, два, три. И три коробки пасты. Раз, два, три. Окей. Наконец-то мы дошли до этих полок. Так, раз, два, три, четыре. Четыре. Короче, по максимуму. Где? А, вот. Окей. Так, все, там всех обслужили. Да, день заканчиваю. Окей. Так, апельсиновый сок, оливковое масло. Апельсиновый сок. Хорошо, оливковое масло. 8 баксов. Отлично. Хорошо. Так, а нам денег нужно сколько? Денег нужно 430 тысяч. С ума сойти можно. Блять, все кончается, все кончается. Ну ладно. Второго кладовщика бы не помешало. Но, кстати, скоро, возможно, наймем. Будут друг за другом ходить. Я не знаю, какой... Ну-ка, дай я посмотрю. Какой уровень склада нужен для второго кладовщика? А, все нормально. Стеллажей для покупок у нас хватает. Места для хранения у нас хватает. Остался только уровень, получается, и все. Ну и, в принципе, окей. И 400 с лишним тысяч. Ой, тысяч, блядь. 400 с лишним баксов на заказы. Ну, красота, красота. Вот наши вложения. Вот наши бабки. Наши бабки крутятся. Мы мутимся. Сейчас, значит, все заполняем. Второго кассира покупаем. Ой. И уже тогда мы с вами обязательно должны прокачать склад. Чтобы в дальнейшем купить новых полок и купить лицензию. Вот. Да? Ага. Молчи.
лучше молчи, нахуй. Засосай пришла? Нет, за... Опа-опа, ляжка дрявая. У тебя ляжка дрявая. У тебя тоже? Не видно. У тебя точно ляжка дрявая. Можно присесть? О, блядь. По кофе вам походить. Я поехал, получается. Все, я приехал, получается. Ты идешь, получается. Я в магазине, получается. Блин, ну со вторым кассиром, конечно, вообще прям смотри, как хорошо все пошло. Очередей нет. Этот работает. Все шикарно. Копим денег, копим 430 тысяч. 430 тысяч. Я сейчас уже вторую серию подряд записываю. После этой серии я запишу еще либо одну, либо две, пока не знаю. Наверное, две, скорее всего. Потому что время у меня еще не так много. У меня время только 12 часов. В принципе, почему бы нет, может и запишу. Сегодня пятничка. Завтра у меня свободный денечек. Потому что я пятидневочка у меня. И в принципе все хорошо. Так, это мы берем. Это мы вот туда. Это я все помню. Это я все помню. Все помню. Окей. Это что? Это печеньки. Окей. Все, в принципе, хорошо. Камера нормальная, я сижу? Нормально. Все классно. Так, опа, сырочек еще тут взялся. Откуда не возьмись, сырочек, иди. Сырочек, иди на место. Иди на место, тебя там все уже ждут давным-давно. Кладовщик нужен, кстати, обязательно кладовщик нужен. Без кладовщика никуда в наше время. Окей. Так, ты яйца-то, блядь, когда-нибудь выложишь, нет? О, яйца выложил, красавчик. Яйца выложил, молодец. Так, что нужно? Максимум, 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 максимум. Сусушка одна нужна. Сусушечка одна нужна. Окей, есть такое дело. Так, макароны, паста. Окей. Дальше чай, коробка. Чай, коробка. Где у нас чай-то? Был же где-то... Вот чай, коробка. Дальше две коробки молока. Две коробки молока. Яйца у нас по максимуму. Вроде как, да, кофе. Кофе две коробки не хватает. Кофе две коробки не хватает. Кофе вот здесь есть. Дальше здесь все по максимуму. Оливковое масло одной коробки не хватает. Здесь все по максимуму. Здесь все по максимуму. Окей. Это еще два товара влезает. Хорошо. Это, собственно, будут кексики. Кексики. Раз, два. Денег хватает, денег хватает. Свет включаем. Свет включаем. Затариваем. Свет включаем, затариваем. Кексики сюда. Кексики сюда. 22 уровень ждем. И, собственно, покупаем кассира. Ой, тьфу, блядь, кассира. Покупаем. Не покупаем, блядь. Это какая-то работорговля уже. Не покупаем, а нанимаем. С вами второго кладовщика. Чтобы быстрее было расставление товаров. Мы-то, я думаю, успевать будем и так. У нас, получается, будет три кладовщика. Два на вынос, один на внос. Нормально? Ну, нормально я придумал? Нормально. Два на вынос, один на внос. В принципе, почему бы нет? Туда пойдешь? Пойдешь. Не зря же я тебя заказал. Если бы не пошла, я бы не заказывал. Сусушка пойдет, смотри. И кофеечек полетел. Да дай.
И кофеечек полетел. Куда бы ты полетел-то, кофеечек? Я уже забыл. А, вот сюда. Окей. Еще раз смотрим. Полностью. Сусушка поехала одна. Блядь, только что заказывал сусушку, нахуй. Ты что, блядь, так жирно жрешь сусушки? Что-нибудь другое выставь пока. Так, окей, это окей. Тут все окей. Нет, не все окей. Одно кофе еще, блядь. Одно кофе. Так, по яйцам все хорошо. Молоко хорошо, чай хорошо. А здесь хорошо, хорошо. А, здесь все отлично. И там все отлично, окей. Значит, сюда не хватает двух этих и по максимуму вот этих. Двух этих и по максимуму вот этих. Окей. Купить 9 вечера нельзя, сука. Окей, значит, магазин закрывается. Дни просто вообще летят очень-очень быстро. Очень-очень быстро прям летят дни. Это на самом деле прискорбно. Хотя почему прискорбно? Не знаю. Блядь, надо кладовщика. Он, смотри, он вообще уже не успевает. У него все затарено, блядь. Нихуя, точнее, не затарено. Но не хватает пока уровня. Ну ладно, уровень появится. Думаю, все нормально будет. Соли нету, блядь, этого нету, этого нету, этого нету. Потому что мы вот это по полностью мы решили затаривать. По полной программе решили затаривать вот это вот все. Тут лежат наши деньги. Давай пробивай последнего этого. Заканчиваем день. Смотрим, что подорожало, что не подорожало. Сахарная пудра, соль, сыр, пармезан. Сахарная пудра. Окей. Соль упала в цене. В принципе, нормально. И пармезан. Пармезана у меня пока нет. Окей. Так, это заказываем все. День у вас начался рабочий давным-давно. Почему не работаем, не знаю. Это я все выставляю. Это я все выставляю. Второго этого надо. Второго кладовщика, потому что этот уже не успевает выставлять. Товаров очень много, он не успевает выставлять. Так, кофе вот сюда, окей. Хорошо, что оно хотя бы туда не ставится, к тем полкам, а то это был бы кошмар. Хорошо, что для каждой полки свое. Так, где Сусу? Должна же быть где-то здесь. А вот. Прям в упор стою на нее, смотрю и не вижу. Это печально? Это, наверное, очень печально. Так, сюда. Молодец. Еще одни кексики. Кексики поехали, кексики пошли. Еще кексики. Эй. И еще пироженка. Окей. Так, заново затариваем все полностью битком. Мука, блядь, мука вообще быстро расходится. Дальше это все остается. Остается. Молоко не вижу. А, молоко все остается. Яйца остаются. Опа, двух яиц не хватает. У кого спиздили 2 яйца? Признавайтесь, кто спиздил 2 яйца. Так, кофе полностью. Это полностью. Мука красная. Окей. Мука красная есть. Паста арахисовая пошла. Здесь у нас одни кексики спиздили уже. Пирожки, точнее, пирожок один спиздили. И там, получается, еще 4 штуки надо. А у нас вместо как раз 4 штуки. Денег не хватает. Что будешь делать, а? Что ты будешь делать? Но скоро, я думаю, в этой серии, а может и не в этой, 47 минут уже. Может, в следующей серии мы уже... А где превьюшка-то, кстати, для этой серии? Где для этой серии пивюшка? Может, вас взять на эту серию? Можно и вас взять, в принципе. Почему бы нет? А можно вообще
эту тачку взять. Как-нибудь вот так вот, да? Во, вообще нормальная превьюшка, мне кажется, да? Превьюшка хороша, превьюшка хороша. Опа, мое все. Мое и товары все приехали. А можете по поводу музыки писать, не отвлекает ли она вас, не отвлекает ли? Или наоборот, мешает вам сосредоточиться, сказать, типа вот, не нравится, может вам что-то. Короче, не знаю, все ли... Вы можете писать любые комментарии, я, в принципе, читаю абсолютно все. Абсолютно все читаю, что могу. Абсолютно на все отвечаю, на что могу. И на что не могу, в принципе, тоже отвечаю. В принципе, вот. Поэтому не стесняйтесь, пишите комментарии. Обязательно ставьте лайки, ребят. Это очень сильная мотивация. Особенно на данном этапе на моем. Так, масла одно не хватает. Масла одно не хватает. Окей. Это все битком. Это вот хлеб один не хватает. Окей. Сусушка одной не хватает. Не сусушка, а... Че пики? Сыра уже одного не хватает, блядь. Сыра одного не хватает. Воды хватает. Этой хватает. Тут хватает. Тут хватает. Хватает. Яиц хватает. Этого хватает. Так, одного пасты не хватает. Одного русский. Здесь хватает. Здесь хватает. Так, здесь хватает. А здесь хватает. Наконец-то мы дошло дело до соли, представляешь? Наконец-то дошло дело до соли. До соли дело дошло. До соли дошло дело, представляешь? Она, наверное, такая вся обиженная сейчас, эта соль. Все как-то все расставляется, расставляется, а соль такая где-то отдельно в сторонке. Без всего, без расставлений. Без каких-либо компаньонов. Свет давай включу тебе. Деньги копятся, все платится, кредиты берутся. Пока что не берутся, конечно. Слава богу. Да и пока зачем нам эти кредиты? У нас без кредитов жизнь просто... Без кредитов жизнь пока хороша. Сколько можно соли поставить на ящик? На один. Вообще много, что ли? А как что туда поставить? А, все правильно, блять. Я забываю, что сверху пишется. Окей. Соли просто море, наверное, можно поставить. Соли просто море. Так, давай еще соли по максимуму. Окей. Соли по максимуму еще купили. Окей, соль пошла. Раз. Мое дай. А, нельзя, блядь, брать много соли. Окей. Нельзя, значит, нельзя. Будем таскать по одной. Ну, такие коробочки можно было сделать анимацию, что типа он две берет. Хотя это, наверное, слишком жирно. Да чё жирного, блядь? Соли, соль. Блин, соли прям можно затарить прям вообще миллиард. Это топовая тема. Мне кажется, у меня просто будет больше всего на складе это соли. Ебать, 112. У меня столько товаров нигде нету. Только соли. Дай, пожалуйста. Окей, так, еще соли давай. А, закрыто в 9 вечера, ну ладно. Давай все равно соли наберем. Окей. Клоузет. Прям перед носом просто клоузет, нахуй. И ушла, развернулась. Ну, извините. Мы даже последнее время... Заканчиваем смену с учетом того, что у нас еще деньги остаются, смотри. Это что-то с чем-то. И вот здесь потихоньку начинаем затаривать.
Вы молодцы. Сколько полок в общем счете? 4. Хорошо. А, у нас же лицензия-то куплена. У нас просто не хватает на складе места. Так что, получается, мы на склад расширяем. И, в принципе... все хорошо. Так, все. Молодцы. 41-й день, кстати. Яйца 4 штуки. А, у меня, кстати, нету яиц 4 штуки. Так, соль поехала, давай. Пока не будем, наверное, день включать. Потому что серию, по идее, пола уже завершать. Я думаю, после завершения серии уже мы с вами все это сделаем. Короче, на один прилавок получается 6, 12, 20. Ой. 6, 12 плюс 6 это сколько? 18 получается? Да? Да. 18 коробок на одну только полку. 3 на 3, правильно? 3 на 3. Ну да, все правильно, что. Все, уже под вечер голова вообще не работает. Но я думаю, ладно. Ничего страшного. Оньк. А может еще... Нет, сверху не влезет уже точно. Но эту полку мы забили. Так, давай еще. Нет, надо посчитать все-таки, сколько еще. Получается, влезет еще 9 штук, правильно? 10. 3 на 3. То есть 1, 2, 3, 6, 9. Там еще одного не хватает, 10. Как раз полностью 10 штук заказываем. Окей. Все, соль, по соли все будет. Скоро, кстати, в следующей серии мы с вами наймем еще одного. Кого? Правильно, кого-то. Кого-то наймем. Как он называется-то? Грузчик? Кладовщик? Ну, кладовщик это, по идее, я. А он, получается, торговец... нет, работник зала, получается, он. Правильное название его. Потому что кладовщик это тот, кто на складе, вот как я, хуячит. А он выставляет товары, то есть он работник зала, получается, по идее, правильно? Ну-ка, работники в этой сфере, расскажите, пожалуйста, правильно я считаю или нет? Мне кажется, я прав. Все, соль полностью все. Здесь, значит, смотрим масло. Ну, пока денежка есть, почему бы нет? Масло. Поехала. Мука, блядь. Да что ты мне опять тут написал, хуйню? Мука. Это есть, это все есть. Это есть, так, вода. Вода. Сусу. Две пачки спагетти. Спагетти, точнее. Чай есть. Молока коробочку. Яички есть. Кофе. Вот, кстати, кофе не хватает двух коробок. Кофе две коробки. И одна коробка у нас остается на что? На пасту. На пасту. Денег не хватает. Ладно, значит, на этом с вами закончим. Значит, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на мою страницу ВКонтакте, на мой телеграм-канал. Обязательно комментируйте, ставьте лайки. И мы с вами скоро увидимся, ребятушки. Всем пока.